Приветствую, друзья, с вами Шокон Геймер, и сегодня мы будем играть на классическую и довольно интересную игру под названием Doodle Jump. Итак, начали. Нажмем на кнопку Play. Вот такой вот прыгуном будем двигаться вверх. Нужно просто управлять устройство. Вот так вот пробираемся. Нужно избегать вот таких сломанных вот таких пауков. Нужно стрелять, просто нажав на экран. Также избегаем каменных астероидов. Вот. Каждая платформа имеет свою характеристику и обозначена индивидуальным цветом. Вот такие вот монстрики встречаются на пути к высоте. Нужно стрелять. О, проиграли. А теперь давайте будем играть под другую тему. Вот так нужно двигаться направо или налево. Сейчас будем выбирать персонажа. Ниндзя будет. И берем джетпак с огнем. Все, начали. Хэдстоп. Друзья, еще для интересной игры тут добавили задания. Сейчас я их покажу. Вот так. Нажимаем паузу и Missions. Вот эти все задания выполнены, кроме, да, все. Вот желтый индикатор показывает полную. Так, возобновляем, продолжаем. Вот такой пропеллер. Для полета монеты собираем, чтобы открыть и купить других персонажей. Джетпаки тоже встречаются по пути. А вот это наша ниндзя стреляет сюрикенами. Нужно также остерегаться вот таких вот капканов для медведей. Это очень будет больно, когда попадаешься. Вот такая вот единая платформа будет двигать вас кверху. Нужно прыгать много раз на этой платформе. И когда каждый раз вы будете прикасаться к платформ определенного типа, они будут двигаться. Собираем монеты, и у нас очко 19 000. Вот такая вот пружина. О, теперь нужно сюда прям скакать. Берем пропеллер, чтобы избегать монстра. Ох, какой толстый был. Еще вот будут встречаться вот такие монстры. Просто нажимаем на экран, и они будут исчезать после попадания сюрикенов. Это дудольчик с трубочкой вместо носа стреляет отлично. Пока что идем отлично. И реально круто. Когда вы спрятались вот под этим зеленым кустом, вас не замечают игровые монстры. О, падали. О, у нас есть шанс на выживание.
Воскресал дудольчик. Воскрешение. Еще один шанс. Это был последний. Если я сейчас буду падать, то второго, третьего шанса не будет. И игра заканчивается с набранным количеством очков. Вот такая вот интересная игра. Я буду написать в описании ссылку для скачивания этой игры, если вам понравилось. Поэтому смотрите это видео до конца. Еще впереди много тем есть для игры. Да, пока что идем плавно. Вот, на деле испытывали, вот зеленый куст. Теперь нужно избегать реальных монстров. О, проиграли. А вот, когда вы будете выполнять все задания, вам будет показано вот такое вот колесо. И будем вращать и нажимать стоп, когда угодно. Потом вам дает определенный перес и будете забирать. И нажимаем на вот такую надпись cool. Все, забирали 250 монет. Вернемся на меню и вот так на другой теме играем. Вот сейчас у меня 88 тысяч монет, чтобы купить вот такой вот каптайна, который прыгает на платформе. Нужно 100 тысяч. Так, у нас есть воскрешение, бочка для. И покупаем еще head start. То есть старт с количеством очков для начала. Сейчас берем first mate персонажа и поехали. Выстрелил. Вот первое задание у нас под названием, я перевожу, это нужно открыть или купить один костюм для персонажа, то есть капитана. А для него нужно собрать 100 тысяч монет. Пока что у нас около 90 тысяч. Это тема пиратская, как вы видите. Поэтому игра будет интересна. Еще я вам покажу свои достижения, полученные во время процесса игры. Не нужно прыгать на вот такие вот черепа, которые остались позади. Когда вы берете эту карту, она ведет вас к сокровищу, и вы будете получать больше монет с сундуком. Вот. Мы взяли сундук с монетами. Нужно избегать вот таких вот белых черепов. Этих жутких. А в фоне, видите, плавают облака, островки какие. Вот такие вот рыбки с скелетом. Они одноразовые платформы. А теперь начались веревки. О, монстрик какой! Нужно быстро проявлять реакцию, а то будет поздно. Вот такие вот игра. И процессы, друзья, падали. Но и у нас есть воскрешение, и мы им пользовались. Круто, реально круто, друзья. Друзья, на этом все. Я сейчас буду заканчивать игру.
Если вам понравился мой обзор голосовой, для этого видео нажмите лайк и подпишитесь на мой канал. Пока, друзья.